На прошлой неделе в интернете появилась информация о якобы намерениях Симбирской митрополии провести богослужение по поводу строительства цементного завода в Терингульском районе. За разъяснениями редакция нашего портала обратилась к епископу Меликесскому и Чердакринскому Диодору. Для меня, конечно, тоже было большим удивлением, когда вдруг появилась информация на каких-то интернет-ресурсах, что якобы с благословения одного из моих священников, там чуть ли не молебственные, не какие-то молебны против, ну как это правильно сказать, против региональной власти или что-то. Нет, конечно, это все провокации и клевета. Что касательно молитвы как таковой, любой человек может молиться о чем угодно, это дело его совести. Шумиха по поводу размещения цементного завода китайской компании «Конч» продолжается уже несколько месяцев. Эксперты уверяют, строительство завода повлечет только экономический рост. Китайский производитель планирует выйти на строительную площадку уже весной следующего года. Однако с этим согласны далеко не все жители. А перед закладкой первого камня предстоит еще не одни собрания и публичные слушания. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.